Уважаемые гости, добро пожаловать на Русское радио! Здравствуйте, люди добрые! Как настроение ваше? Станцуем, споем? Поехали! Потихонечку плывет, милый любит или не любит, только времечко идет. Ах, Самара городок, ты спокойная я, ты спокойная я, успокой ты меня. Я росла и расцветала до 17 годов, до 17 годов, кружит девицу любовь. Ах, Самара.
сила, тяжело несла. Уморилась, уморилась, уморилась. Знамо дело, уморилась, уморилась. Ах ты, Филюшка, просто Филюшка. Ай, не видишь, уморилась, уморилась. Знамо дело, уморилась, уморилась. Ой, полным-полна моя коробушка, есть и ситец, и парча. Пожалей, душа моя зазнобушка, мало детского плеча. Пожалей, душа моя зазнобушка, мало детского плеча. Выйди, выйди в рожь высокую, там до ночки погожу. А завижу черного сударыня, барыня, 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 сударыня. Эй, народ, пей вино, 40 градусов оно. Пей вино, гуляй до ночи, нам ей-богу все равно. У нас ночи субботея, а на завтра воскресенье. Барыня, ты моя, сударыня, ты моя. Эй-о, воскресенье, ко мне ночи друг Ванюш. Театр танца «Карусель», Dance Studio 54. Для вас играли ансамбль народных инструментов, группа «Громче». Приветствуйте на арене команды шоу «Русское радио». Встречайте команды. Калининград! Во все ладони, во все голоса! Поприветствуем! На нашем поле появляется следующая команда.
завершает наш парад открытия третья команда. Всем привет, Калининград! Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители, любители мяса, мираторг и интересных зрелищ. Сегодня вас ждет потрясающее шоу «Невиданное доселе» на калининградской земле. Ну, а нам выпала огромная честь быть его ведущими. Сегодня все русское радио. С вами Алексей Лаухин и Александр Печенкин! Спасибо большое, но прямо сейчас традиционно от столика жюри к нам обратится губернатор Калининградской области Антон Андреевич Алиханов. Всем добрый день! Сегодня у нас третий заключительный день Всероссийского дня поля, и мы здесь на русском родео компании «Мираторг». Ну, конечно, я хочу сказать слова благодарности Виктору и Александру Линникам, которые развивают мясное скотоводство в нашей стране и развивают вот этот замечательный вид спорта. Хочу сказать спасибо нашим ковбоям, которые будут радовать сегодня всех зрителей. Ну а всем вам, друзья, я хочу пожелать хорошего настроения, отличных эмоций, и чтобы это, все это запомнилось, и вы вспоминали это и ждали следующего лета, когда мы обязательно соберемся на очередное русское родео. С праздником! С Днем поля! Спасибо большое, Антон Андреевич. Ну, а мы начинаем. Друзья, прямо сейчас мы вам презентуем и вкратце расскажем про наши команды, которые сегодня будут не просто выступать, они будут соревноваться друг с другом. Но для этого нам нужно создать правильную манежную атмосферу. Давайте-ка мы с вами немножко взбудоражимся, проснемся и прокричимся. Текст очень простой. Все, кто смотрят справа на сцену, кричат «Русское». Все, кто смотрят слева на сцену, кричат «Родео». Перекличка левой стороны и правой. Готовы? 3, 2, 1. «Русское! Родео! Русское!» Еще! Давай! И громче! Ай, вы лучшие, молодцы, молодцы! Итак, что же такое русское родео? Это праздник под открытым небом, в котором выступают лучшие операторы-животноводы компании «Мираторг». Давайте немножко истории. Впервые праздник состоялся в 2014 году в Брянской области. Начинался он как мероприятие локального масштаба, но с каждым годом становился все масштабнее и масштабнее. И вот в этом году уже во второй раз родео проходит на Всероссийском дне поля в Калининградской области. Итак, все, что мы сегодня увидим, это обычные, традиционные, рутинные операции работников на фермах. Сегодня нас ждут три зрелищных состязания. Одно из них, наверняка ваше любимое, это ловля бычков на лассо. Второе состязание – это верховая езда между бочек. И третье состязание – это отбивка бычка.
Да, мы, собственно говоря, сегодня так и поделились. Мой коллега Алексей, он отвечает вот за все, что, то, что происходит на поле. Он знает правила. А я вот как раз как зритель и буду задавать огромное количество вопросов. И вместе с вами, особенно те, кто сегодня пришли сюда в премьерный раз, мы узнаем про Родео абсолютно все. Ну а прямо сейчас давайте узнаем абсолютно все про команды, которые будут сегодня состязаться. Итак, первая команда «Ход конем». Итак, это участники команды, которые представляют Смоленское, Калужское, Рогнединское и Мглинское подразделение Брянской мясной компании. Это их первое конкурсное выступление. Но несмотря на это, команда нацелена только на победу. Немного перефразируя классиков, черные начинают и выигрывают. Команда под стартовым номером 2. Команда под названием «Звезды сошлись». Вот они, да, приветствую своих зрителей. Название команды уже говорит само за себя. Это действительно звездный состав. Участники команды из Почепского, Климовского и Трубчевского подразделений Брянской области неоднократно становились серебряными и бронзовыми призерами русского родео. Но в этот раз команда приехала только за главным кубком соревнований. Ну и третья команда в бежевых рубашках. Я думаю, вы уже узнали, откуда эта команда. Это сборная команда Калининграда. Победители Балтийского родео 3 года назад и бронзовые призеры русского родео 2019 года. Что ж, посмотрим, насколько в этот раз у команды получится отвоевать свой титул. Но если есть те, кто соревнуется, то обязательно есть профессиональная коллегия судей. Давайте поприветствуем судей сегодняшнего русского родео. Беленков Игорь Владимирович, управляющий подразделением Калининградской мясной компании. Алексеева Наталья Владимировна, ведущий зоотехник Калининградской мясной компании. Павел Павлович Кочин, управляющий Рогнединского подразделения Брянской мясной компании. Фоменко Дмитрий Петрович, управляющий Климовского подразделения Брянской мясной компании. Уважаемые друзья, не будем уставать вам напоминать о технике безопасности. Обратите, пожалуйста, внимание, что справа есть небольшой барьер, слева же его нет. Поэтому обязательно отойдите от ограждения, следите за детьми, потому что может произойти все, что угодно. Бычки полудикие, они могут с разбега, ну, не прорваться, но, во всяком случае, помять ограждение. Да, друзья, это действительно очень большой вес у каждого бычка. Это примерно, вот мы, ведущие увесистые с тобой, это примерно как 3,5 ведущих разом врежется в вас. Поэтому давайте будем в первую очередь беречь себя и ваших детей, которые пришли с вами. Ну, а прямо сейчас отправляем команды в загон для того, чтобы посмотреть первый конкурс, визитную карточку. Итак, команды, пожалуйста, в зону ожидания и готовимся к первому состязанию. Это визитная карточка. И мы прямо сейчас можем уже наблюдать, как грациозно, как красиво они отправляют в свой загон. Еще и вот это знамя, которое реет буквально, да, Алексей? И мне кажется, каждый момент и каждое мгновение, которое сегодня будет происходить, проистекать на нашем русском родео, оно заслуживает аплодисментов. Ну а мы давай пока вкратце расскажем, какое количество состязаний нас ждет. Тем более, я знаю, что ты, Алексей, прекрасно подготовился. И если бы можно было бы раздавать титул мастер спорта по комментированию Родео, то ты бы был его обладателем. Итак, сколько состязаний у нас сегодня впереди? Итак, общим счетом 4 состязания. Мы начнем с визитки. Далее ловля на лассо, верховая езда. И заключительная – это отбивка бычка. Что больше всего нравится тебе? Для тебя это не первое родео, это у меня премьера, как и у многих зрителей. А вот у тебя лично самое азартное состязание – это ловля бычка? Ну, мне кажется, и большинство меня поддержат, то, что мы привыкли, да, видеть. Когда мы слышим слово «родео», скорее всего, это лассо, это ковбой, это ловля. Поэтому, да, это мое любимое состязание. А сколько у нас вообще ширина поля? Ты знаешь вот эти вот цифры? Длина, клиренс лошади. Да, да, мне все эти данные известны, но я предлагаю уже не томить зрителей и переходить к первому конкурсу. Итак, первая визитка команды «Ход конем». Поехали! Поехали!
Уважаемые зрители, сейчас внимание на экран. И сначала вы увидите видеовизитку команды «Ход конем». Слева от сцены находится экран, и там мы будем показывать профайл каждой команды. И непосредственно само состязание будет идти также в трансляции. Кстати говоря, воспользуясь случаем, хотелось бы поприветствовать всех зрителей телетрансляции, которая сегодня устроена также компанией «Мираторг». Итак, команда «Ход конем» и их визитка. Встречаем! Мое сознание, я не прошу понимания, сколько мы раз убеждались, падали, но поднимались. Знаешь, никто нам не нужен, круг до безумия сужен, сколько себе признавались, падали, но поднимались. Всех по углам с расстановкой, перед нелепой уловкой, сколько стеклом разлетались, падали, но поднимались. Может, не будем сдаваться, проще уйти, чем остаться, мы же всегда оставались, падали. Сомнения, бьются новые поколения. Оглянись и пробьет твой час. Ты же не один, ты один из нас. Людях любовь не примет. Наша зависимость смертна, сколько бы не издевались, падали, но поднимались. Знаешь, нам надо собраться, проще уйти, чем остаться, сколько на это решались, падали, но поднимались. В мире, где правит, наверное, все удивительно скверно, все мы хоть раз обжигались, падали, но поднимались. Включим второе дыхание, нам ни о чем их молчание, мы же всегда оставались, падали. Сомнения, бьются новые поколения. Оглянись и пробьет твой час. Ты же не один, ты один из нас. Подали, но поднимай. Включи свое сознание. Собраться проще уйти, чем остаться, сколько на это решались, падали, но поднимались. Выключи свое сознание, я не прошу понимания, сколько мы раз убеждались, падали, но поднимались. Знаешь, нам надо собраться проще уйти, чем остаться, сколько на это решались, падали. Падали, но поднимались вместе с командой «Ход конем». Уважаемые зрители, а наша судейская коллегия проводит оценку уже этого конкурса. У нас 5-бальная шкала. После каждого состязания судейская коллегия будет подводить итоги, выставляя баллы. И мы будем баллы выводить вот на этот вот экран. Итак, что же оценивается в конкурсе визитки? Конечно, это мастерство верховой езды, это командная работа, это уверенность наездников и, конечно, творческий элемент самой визитки. Собственно говоря, все это мы уже с вами имели честь посмотреть в первой визитной карточке. Ну а прямо сейчас я предлагаю не откладывать его в долгий ящик и посмотреть визитку под номером 2. Команда «Звезды сошлись». Вначале все внимание на экран. Thank you.
Итак, команда «Звезды сошлись», встречайте! Еще раз встречаем команду! Эх, как сегодня сошли звезды! Итак, спасибо команде. Ну а пока мы ожидаем третью команду. Уважаемые зрители, поднимите, пожалуйста, руки те, кто был на Родео 3 года назад. Вау! А поднимите руку те, кто был на Родео в Брянске. Окей, поднимите руку просто те, кто был в Брянске. Земляки твои, брат. Все твои земляки. Эх! Кстати говоря, друзья мои, ну, не одним русским Родео сегодня едино. Вы обязательно прогуляйтесь по всей территории, представленной компанией Мираторг. Это и фотозоны, это мастер-классы по приготовлению различных блюд из мяса. Это огромное количество разных интересных интертейментов. Так что гуляйте, смотрите. Сегодня весь день в рамках Дня русского поля Мираторг будет тут и будет радовать вас. Ну, а теперь калининградцы, встречайте! Команда «Чемпионы»! Да, внимание, видеовизитка! Ну а теперь все внимание на чемпионов, они уже на поле! Поехали!
Так поддержим, поддержим калининградскую команду! Заключительная команда, ваши аплодисменты! Чемпионы! Знаешь, что я тебе, Алексей, скажу? Я скажу тебе так. Ну вот смотри, в Калининграде есть женский волейбольный клуб «Локомотив», есть футбольный клуб «Балтика». Вот мне кажется, третья титульная команда может быть команда «Парадео». Действительно, я думаю, вот это название «Чемпионы» – заявочка такая, да? Заявочка на победу, безусловно. Друзья мои, давайте еще раз очень громко поблагодарим все команды за эти визитки. Я понимаю, что, возможно, кажется, что все это очень просто. Ну да, там 5 мужиков, иногда женщина на лошади. Но это нереально. Вот это приучить лошадь, приучить вот это животное, обуздать его. И делать это настолько синхронно, настолько красиво. Вау, ну просто для меня это огромное впечатление. Я тебе больше скажу, на самом деле лошадь чувствует наездника. И, в общем, если она почувствует какую-то неуверенность в нем, она просто откажется выполнять то, что он просит. Это очень интересная и важная информация, потому что она, между прочим, очень схожа на нас. Да, ну что, готовы ли мы узнать первые оценки, собственно говоря, непосредственно за визитку? За визитную карточку. Это первое представление, между прочим, очень важный конкурс, он открывающий. Это единственное задание, когда можно было что-то показать, что-то продемонстрировать, как что-то привезти из дома, какую-то заготовку. Все верно. Итак, внимание на жюри, внимание на табло. Сейчас мы попросим жюри поставить оценки за конкурс «Визитка» первой команде. Итак, первая команда у нас «Ход конем». Ваши оценки. Итак, 4. Все судьи 4 балла. Вау! Итак, ваши оценки команде «Звезды сошлись». Итак, жюри, пожалуйста, еще раз оценки. Да, не успели мы на экран вывести. А тут все просто, тут все судьи 5 баллов поставили. Итак, команда «Чемпионы», ваши оценки? 5. Ну, либо у нас сегодня очень доброжелательная судейская бригада, либо у нас высочайшее мастерство наших команд. Ну что же, а мы переходим к одному из самых зрелищных состязаний – ловля бычка на лассо. Опять напоминаю вам, да, смотрите за детьми, уходите от ограждений. Когда-то в 2014 году я имел неосторожность проводить такое же родео, находясь на арене, получил
пинок от бычка весом 300 килограмм, и больше на арену я уже не выходил. Ну не бойся, Леш, тебя сегодня на сцене никто пинать не будет, это точно. Хотя время покажет в любом случае. А мы готовы приступать к следующему конкурсу. Перед этим еще раз напомню, что у нас две команды набрало максимальное количество баллов по 5 целых, и одна команда 4 балла ровно. Далее, соответственно, в следующих трех испытаниях мы будем также выставлять оценки, и в результате мы будем знать суммарно, сколько баллов заработала та или иная команда, и, соответственно, будем награждать чемпионов или победителей. Итак, что такое ловля на лассо? Это на самом деле обычная рутинная операция. Как полечить животное, которое находится на пастбище? Вы не сможете его, да, попросить подойти. Вам нужно его поймать на лассо и затем провести какие-то ветеринарные процедуры. Итак, для выполнения, да, для выполнения этого состязания на арену выезжают три участника одной команды, которые должны будут на скорость и на качество поймать бычка на лассо. Мы будем с Александром говорить «поехали». В общем-то, начинается идти время. 5 минут на состязание. А, то есть мы ограничены по времени. На команду дается 5 минут и не более. Правильно я понимаю? Я буду задавать много дилетантских вопросов. Но если команда справилась быстрее, чем за 5 минут, соответственно, мы говорим «стоп». Время останавливается для того, чтобы мы могли все воочию наблюдать за хронометражом. Он будет продублирован на экран, я так полагаю, да? Да, да. И я предлагаю, слушай, вообще, может быть, ужесточить, да, вот это время не 5 минут, а 3 минуты. Ну, если в твоей компетенции, как говорится, есть такая воля, пожалуйста, я-то здесь человек только говорящий, не принимающий решений. Итак, я предлагаю за три минуты нужно поймать бычка на лассо. Каждый бычок — это 250-300 килограмм. Судьи будут оценивать время выполнения задания, количество бросков, ну и, конечно же, профессионализм. Ну, а мы будем стараться, я так полагаю, все это в прямом эфире комментировать. Нам же интересно, конечно, что будет происходить. А ты, Алексей, будешь нам говорить про какие-то нюансы и тонкости всего происходящего. Я полагаю, мы можем начинать второе испытание. И откроет его команда «Ход конем». Я правильно назвал? Да, все верно. Все верно. Ход конем. Мы сейчас работаем в том же порядке, в котором была визитка, а далее уже будем, мы при помощи жребия перемешали команды в остальных конкурсах, и, соответственно, сейчас открывает второе состязание команда «Ход конем». Калининград, встречай! Итак, команда «Ход конем», три участника готовятся выйти на эту арену, и параллельно с участниками готовятся выйти на арену «Бычок». Бычок, который откроет наше родео. Бычок будет один? Я думаю, он не стесняется и пойдет один. Почему один бычок? Потому что он самоуверенный бычок. Потому что у нас будет еще одно испытание, где будет много бычков, да? И там мы будем уже отсеивать непосредственно одного или двух. Ну а прямо сейчас давайте начинать первое испытание. Итак, мы приглашаем команду «Ход конем» и бычка. Кстати, мы можем дать ему имя? У нас уже была такая практика, конечно. Да. И что, и Сергей обиделся? Да, да, даже пару Вадимов тоже обиделись. Ну, мы можем назвать какое-то вымышленное имя. Итак, ну, мы сейчас посмотрим. Я думаю, мы, возможно, дадим имя бычку. Посмотрим на него, как он себя поведет. Я вижу, что ковбой нам дает, по-моему, отмашку, что они готовы. Правильно я понимаю? Да, отлично. Итак, мы ждем бычка. И все ждут тогда нашей уже отмашки. Да, появляются три участника команды «Ход конем». Расскажи сразу. Тебе подсказывают уже трибуны, они знают больше, они говорят, 6 участников. 6 участников? Алексей! Ну-ка, хватит носить смуту. Говори точно, сколько участников будет сейчас появляться на нашем поле и сколько быков. Итак, 3 участника и 1 бычок. Вот мне стоит беспокоиться, к нам едет ковбой с лассо. Я думаю, что-то как, здесь как бы лассо не то. Превратилось в удавку, да. Все, Саша, тут, собственно, мы пытаемся все донести, а даже зрители нам подсказывают. Конечно, эта команда «Звезды сошлись».
Звезды сошлись. Итак, ждем бычка. Ждем бычка. Выбирают самого строптивого. В конце концов, какая разница, какой порядок. Все команды в любом случае пройдут испытания. Но вот он, красавчик, появляется. Итак, нужно вывести его на центр поля. Итак, 3:15, поехали! Давай, говори, какие действия они должны предпринимать. Итак, мы слышали горн. Куда, на какую часть тела быка должно быть наброшено лассо? Итак, в первую очередь лассо набрасывает на шею бычку. Насколько нежно это должно быть сделано? Вообще, учитывается ли то, как обращаются ковбои, наши профессионалы, с животным? Конечно, на фермах Мираторга практикуется бесстрессовое содержание, поэтому любые операции, они должны с учетом пожеланий животных выполняться. Действительно, какой стресс? Ты маленький бычок, а итак, рядом с тобой... Итак, внимание! Только что лассо слетело с бычка. Сейчас была еще одна попытка. Итак, попытка неудачная. Бычок все еще на воле. Давайте поддержим команду. Нужен очень хороший результативный бросок, чтобы набросить лассо на шею. Посмотри, как они раскручивают это лассо над своими головами. Ой, итак, почти, и так промахнулась. Попытка была, но можно засчитать ее, внести в точно позитивный актив, но пока что бык уже на морде. Да, не получается на самом деле, и бычок на самом деле не очень строптивый, он не бегает, достаточно ведет себя спокойно. Безусловно, повезло тем зрителям, которые находятся на дальней части поля. А вот он меня услышал, бычок, беги к нам! Набросили. Итак, второе лассо необходимо набросить на задние ноги бычка. Тем временем я могу вам заверить, что уже почти 2 минуты времени истекло. И не знаю, за 3 минуты управятся ли команды, тем более, что ты вот так вот подкорректировал правила сейчас. Итак, лассо на шее. Обязательно нужно набросить лассо на задние ноги бычка и сделать своеобразную растяжку, чтобы бычка зафиксировать и потом освободить его. Итак, ждем второго броска на задние ноги. Ну, кстати, Алексей, скажи, как непосредственно сами вот эти вот брутальные парни на лошадях выбирают, в какой поочередности они бросают лассо? Здесь все очень просто. Конечно же, лассо бросается сначала на шею, а затем уже на задние ноги. Таков порядок. Да вот я буду продолжать задавать тебе наиглупейшие вопросы. Заарканить это можно сказать? Конечно, это, да. Это синоним нашему русскому слову лассо? Да, я думаю, отличное сравнение. Заарканить. Ну что ж, вот одна веревка уже на шее. У нас уже... 8 секунд остается. Итак, все, 3 минуты истекло. И, к сожалению, да, команда не смогла зафиксировать животное. Итак, уважаемая команда, мы просим, да, снять лассо с бычка и вернуть его обратно в загон. Ну, а готовится у нас команда из Калининграда. Команда чемпионы следующая выйдет на поле. Алексей, но бычок-то будет поменен, другой будет сейчас участвовать. Конечно, этот бычок уже взбудоражен. Он уже не позволит собой повторить сие действо. Поэтому будет новый бычок. Ну, вообще интересная практика. Я бы вот нашим женщинам порекомендовал поупражняться в этом... конкурсе набрасывать лассо, потому что иногда заарканить мужика можно только таким способом. Итак, готова ли у нас следующая команда? Готов ли у нас следующий бычок? Красиво развивается знамя Мираторга у нас по территории всего нашего поля. Поля русского. Ну, кстати говоря, знаешь, я тебе еще замечу, у нас тут уже 3-й день бычки соревнуются, и наши всадники, наездники, ковбои, мы уже так хорошо удобрили здесь поле, что в следующем году здесь зайдет очень много культуры. Я думаю, это точно произойдет, урожайность будет высокая. Итак, внимание, на арене появляется команда «Чемпионы».
у нас пока еще покидает арену команда «Звезды сошлись». А вот следующая, да, действительно, команда «Чемпионы». Если мне не изменяет память, в прошлом году здесь, в Калининграде, они все-таки стали чемпионами. Ну, это был не прошлый год, это все-таки, да. Прошедший Родео, да, понятно, Родео. Мы понимаем, что был у нас небольшой перерыв. Слава Богу, что мы снова вернулись сюда, что у нас снова есть возможность наблюдать за этими удивительными соревнованиями. Но прямо сейчас у нас есть возможность наблюдать непосредственно за командой «Чемпионы». Итак, на арене появился бычок. И поехали! Смотри, совершенно другая тактика. Сразу погнали бычка на противоположную сторону поля. И итак, есть! Да, сразу! Да, да, молодцы! И сразу есть! Очень-очень результативно первый бросок. Его сделал Павел! Павел! Капитан команды Калининграда! Итак, сейчас ждем! Сейчас команда будет пытаться набросить на задние лапы. И практически это получилось у одного. Опять-таки, чтобы набросить, да, на задние ноги. Практически. На задние ноги нужно очень близко подойти к животному и буквально подсунуть кольцо, да, под ноги. Тем временем 48 секунд уже истекло. Напоминаю, что у команды в их активе есть всего 3 минуты, чтобы справиться с бычком. Кстати, порода бычка у нас какая, напоминай, Алексей. Порода бычка абердин ангус. Это комолые животные, то есть это животные без рогов, черной масти, но встречаются также рыжие ангусы. То есть когда же у нас получится уже набросить на задние лапы? Неужели вторая команда тоже не сможет справиться с этим заданием? Немало ли времени мы дали им? Но в любом случае все команды в абсолютно одинаковых условиях и предлагаемых обстоятельствах. Итак, сейчас вот они переговариваются, как лучше это сделать. Обратите внимание, что наездник, который уже набросил, да, лассо, он обвязывает. Есть одна лапа. Отлично, отлично. Они сделали растяжку. Растяжку. Сейчас им необходимо снять лассо, поднять руку вверх после этого, и на этом будет завершено состязание. Итак, обязательно нужно снять лассо. Да, в любом случае, возможно, многим, некоторым зрителям кажется, что ну как вот так наездик коленом забирается. Друзья мои, для этого 300-килограммового бычка вот это вот движение, это как легкий массаж. Итак, не до конца, потому что одна нога свободна, да? А, нужно стянуть две. Все! Есть! И получается, что команда «Чемпионы» справилась с этим заданием в тайминге 2 минуты 10 секунд. Отличная заявка на победу! Но... Все, они ослабили лассо, и бычок сам из него выбрался. Итак, давайте еще раз поаплодируем. Была команда Калининграда. Мне кажется, мы можем проводить, знаешь, какие соревнования еще потом, сразу после Родео, на скоростную стирку. Потому что как они убивают здесь свои джинсы, это только нужно посмотреть. Как-то потом все отстирать, я не знаю. Ну что ж, у нас закончила команда ход «Чемпионы» свои выступления. Напоминаю, 2 минуты 10 секунд потребовалось команде для того, чтобы зафиксировать бычка. Следующим у нас выйдет ход «Конем». Все верно, вы сейчас видели, как было зафиксировано животное. Как раз-таки в процессе я хотел рассказать, что на седле каждого наездника есть небольшой выступ. Этот выступ называется лука. Лука. Именно когда вы поймали бычка, вы фиксируете лассо за этот выступ, для того, чтобы вам не держать в руках. Собственно, животное будет удерживать лошадь. Собственно, животное будет убегать от луки. Ну, можно и так сказать. Животное будет удерживать лошадь. И на самом деле все лошади очень натренированы работать именно с мясным крупным рогатым скотом.
Вы видите, как они себя ведут. Для них это абсолютно привычные операции. Правильно ли я понимаю, что это лошади специальной породы? Здесь встречается Quarter Horse, да? Так они называются? Да, здесь частично Quarter Horse. Здесь есть и наши породы, да, российские лошадей, черкесы. В общем-то, большой микс, но всех их объединяет именно умение работать с животными. Да, прекрасно можно наблюдать о том, как лошади легко поворачивают влево, вправо, назад, вперед. В общем, они максимально тренированы, и поэтому за этим так интересно смотреть сегодня. Ну что ж, давайте будем приглашать команду «Ход конем» для прохождения их испытания. Итак, на русском поле, на русском родео, команда «Ход конем», и они будут стараться зафиксировать своего бычка. Поехали! Сейчас вышло три участника. Четвертый помогает и выгоняет бычка из загона. Участники уже разминаются, покручивая лассо в руках. И бычок показался на арене. 3:15! Поехали! Я бы все равно как-то называл бычков, может, чтобы никто из наших зрителей не обиделся. Пускай им будет Гарри. Гарри? Ну да, как Поттер. И мы будем кричать ему: беги, Гарри, беги. Или нет, давай не Гарри, а кто у нас? Форест. Итак, Гарри, пускай далеко, это будет Форест. Гарри далеко не убежал. Уже наброшено лассо на шею. Достаточно быстро. Так, отлично. Следующий бычок будет по имени Джо. Дальше додумывайте сами. Итак, ну а мы смотрим, что уже прекрасно зафиксировано первое лассо на шее бычка. И попытка набросить на задние лапы. Первая попытка была провальная. Наблюдаем, что будет с попыткой номер два. Раскручивает лассо один из наездников, всадников, ковбоев. Называть их можно в разных интерпретациях. В любом случае, это интересно наблюдать. И, по-моему, да, сразу да, две да, лапы. Все получилось. Итак, третий участник спешился. Необходимо зафиксировать, да, конечности в лассо. И это всего минута 10, 11, 12, 13. Нужно... Ой, стоп! Есть, стоп! Стоп! Минута! Минута 16 застыла на табло, но на минуте 15 он проделал это испытание. Мы это прекрасно видели. И сразу же, посмотри, сразу же отпускают бычка ковбоя. Они не заставляют его находиться в этом стрессе, в этом положении неестественном. Поэтому бычок уже... Гарри отправляется к своим. Ну а мы ждем, получается, оценок. Да, мы ждем оценок жюри. А пока что, да, мы готовимся к следующему состязанию. Это будет состязание «Верховая езда». Мы ждем на этой арене бочки. И, уважаемые зрители, мы напоминаем вам, что сегодня вы можете попробовать вкуснейшие бургеры из мяса Black Angus. Ну, не только бургеры. Много разных блюд там представлено. Вообще, я видел, как работает там кухня, конечно. Там просто конвейер мясной. И все так быстро едят, отходят. Запахи стоят просто феноменальные. Ну, а прямо сейчас специальные помощники, профессионалы устанавливают бочки. И это не нефть, которые по дороге сюда можно было видеть, как добывают. Нет, это пустые бочки. Они специально сделаны пустые, чтобы, если, не дай бог, лошадь столкнется с этой бочкой, ей не было больно или некомфортно. Поэтому, собственно говоря, это конусы, пешки, вешки, называйте как угодно. В общем, это те препятствия, которые наездники должны будут обойти. Да, все совершенно верно. В этом конкурсе будет оцениваться именно мастерство управления лошадью, скорость верховой езды. Саша, кстати, хотел тебе сказать, что лошадь не просто может ходить, но у нее есть еще несколько видов даже бега. Галоп. Галоп, да. Я знаю, галоп. Можно рысью, рысой, да, как это. Да, да, рысью, рысь и галоп, да. Галоп – это, наверное, самый стремительный вид бега у лошади. Бега или скока? Они же скачут. Или они бегут? Я бы сказал, что бегут. В этимологии слов мы еще обязательно с вами разберемся. Ну а сейчас, я думаю, самое время узнать оценки за предыдущий конкурс. Ну а прямо сейчас я хочу узнать, какую команду все-таки поддерживают зрители. Итак, пожалуйста, поаплодируйте команде «Звезды сошлись». Друзья мои, ну а кто сегодня болеет за команду «Ход конем»?
А теперь аплодисменты локальной команде «Чемпионы». Ну что же, понятненько. Да, внимание, внимание на судейскую коллегию, внимание на наше видеотабло. Итак, ваши оценки команде первой. Звезды сошлись. Три. Дальше я не вижу, у меня в экран не попали оценки. Можешь нам полностью взять. 3-3-2. 3-3-2 и... Да. Три. По-моему, три. Таблички. Такое яркое калининградское солнце сегодня, что таблички немножко просвечиваются, и кажется, что это восьмерки всем поставили. Все верно. Итак, а оценки команды «Чемпионы»? Оценки команде «Чемпионы». Давайте посмотрим. Ну, а на экран сейчас можно не нас как раз, а судьи вывести, чтобы мы увидели эти оценки. По-моему, там 5-4-4. 4, да? 3 четверки, 1 пятерка, по-моему. И ваши оценки команде «Ход конем». Ну, там все судьи 5 баллов однозначно. Ну что же, спасибо судьям за эти оценки. И мы ждем первую команду. «Звезды сошлись» у нас будут открывать. А, нет, не «Звезды сошлись», следующая команда у нас... Да, команда «Чемпион». «Чемпионы» будут открывать состязание «Верховая езда». Мы ждем на этой сцене. На этой сцене мы никого не ждем, брат. Тут мы с тобой будем сегодня командовать. А вот конечно, на этом поле мы будем сейчас встречать команду «Чемпионы». Да, это калининградская участников. Команда. Их трех. А, давай расскажи сразу правила. Что я тут тебя перебиваю? Как, в каком собственно, количестве? Три участника уже готовы. И сейчас по нашей команде каждый из участников должен будет по очень интересной запутанной траектории оббежать все три бочки и вернуться назад. Таким образом, каждый участник пробежит, и мы посчитаем время. А если разница, с какой стороны бочки будут преодолеваться? По часовой стрелке, не по часовой, против или не важно? Нет, траектория одна для всех, поэтому они будут бежать по одной траектории. Какой бочки, получается, нас отправляются в начале участники? К этой. Хорошо. Ну что ж, друзья мои, я предлагаю, раз у нас сегодня соревнование, давайте встречать команду, особенно домашнюю команду, максимально громко. Тем самым, ну, просто завести нужно спортсменов. Готовы? Команда «Чемпионы», поднимите руку, если вы готовы. Тогда... Готовы. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Итак, первая бочка пройдена. Отправляется к бочке номер 2. Вот она, да, та знаменитая хитрая траектория, про которую ты говорил. Они как будто вышивают что-то, разрезая копытами поле и воздух. Возвращается, давай, возвращается! Давай! Итак, второй участник. Да, смотри, обычно, если это эстафета классическая, они передают эстафетную палочку, как здесь передают эстафету команды. Итак, все верно, посмотри, насколько ярко-грациозно, да, лошади обходят бочки. Да какая скорость, феноменальная. Итак, третий участник, завершающий, 53 секунды уже потратила команда своего времени. И здесь нужен максимально быстрый, максимально скорый проход. Ну что ж, получится выбиться ли из 1 минуты и 20 секунд? Итак, минута 0.6 и последняя финишная прямая. Давай! Давай! И стоп! Вау! Минута 16. А не рекорд ли это в истории русского родео? Минута 16 секунд. Многие за это время только могут, да, опуститься, присесть, да? Я за это время даже к пони бы не подошел, а ты говоришь, что ты что, с ума сойти? Результат феноменальный, и что удивительно, это первая команда. Это та планка, которой сейчас нужно стремиться двум оставшимся командам, чтобы преодолеть это время. Тем более, что мы будем держать в курсе этих наездников, и они будут знать, сколько времени у них остается. Все верно. Вау. Следующая команда «Ход конем». Поднимите руку, если вы уже готовы.
Ай, какие они молодцы. Они уже готовы. И сейчас мы вместе с нашими зрителями дадим обратный отчет от 5-1, чтобы команды могли стартовать. Итак, калининградцы вместе. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Давай, давай, давай. Итак, он... Пошел, обходит первую бочку и бежит ко второй. Так. Нет, лошадь испугалась. Лошадь тоже может бояться. Так еще бы, тут такое количество звуков. Два орущих ведущих, целые тысячи людей смотрят. Итак, вот она, финишная прямая первого этапа. Сейчас эстафета будет передана. 32 секунды ушло у первого участника. Первый этап этой конной эстафеты, бочковой эстафеты. Итак, участник под номером 2. Первая бочка пройдена. Уходит с траектории. Да, вы видите, что лошадь может не слушаться. И всадник пытается, да, найти с ней контакт. На самом деле, я вот, знаешь, наоборот скажу, что лошадь-то как раз она слушается. Она старается уйти в сторонку, но как только ее управляющий, если так можно сказать, дает ей понять, что она делает что-то неправильно, она возвращается на эту траекторию. Итак, третий участник. И 20 секунд! Нет, минута 15 уже выбивается из времени. Вторая команда. Минут 16, да, у нас была у первой команды время? Да. Конечно, время ну очень что? Важно, но... Жюри также будет учитывать именно мастерство прохождения, да, этой траектории. В любом случае, все! Стоп! 1:35. Именно на этих цифрах застыл наш таймер. Ну что ж, команды достаточно, ну, рядом. Время-то ноздря в ноздрю, если так можно сказать. И у нас будет третья команда, которая уже знает два результата предыдущих команд. И им нужно ставить и свой рекорд, и побеждать в этом испытании. Звезды сошлись. Вы готовы? Поднимите, пожалуйста, руку. Да. Ну что ж, давай теперь вместе с тобой, все вместе. Обратный отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Так, отлично. А есть ли у этих наездников шпоры? Вот скажи мне. На самом деле шпоры очень редко используются, потому что на самом деле мастерство, да, наездника абсолютно можно обходиться без шпор. Итак, первый участник очень быстро прошел первый этап, прекрасно справляется, 26 секунд, чуть более ему потребовалось. Второй этап у нас отправляется для прохождения своей дистанции, не знаю, сколько метров здесь примерно заявлено, но думаю, что порядка 300 метров нужно преодолеть команде для того, чтобы пройти вокруг всех бочек абсолютно. Итак, третья бочка, и если сейчас безошибочно будет, то отличное время для третьего участника. Ну что ж, 50 секунд, давай! 24 секунды для последнего участника, чтобы он прошел это испытание и смог побить время. Итак, 15 секунд. 9, 8, 7. Ну! Итак! Очень рядом, давай! Давай! 1:20 примерно, там на одну секунду, я думаю, чуть позже остановилось время. Но мы не будем влиять на решение судей ни в коем случае. Там сидят компетентные органы, которые знают, когда останавливать хронометр и какие выставлять оценки, которые, кстати говоря, мы сейчас узнаем. Все совершенно верно. Будет оцениваться именно еще и мастерство управления лошадью. Сейчас вы видели, что лошадь, она не всегда слушается наездника. Бывают лошади, как люди, упрямые, которые просто не хотят, ну, не нравится им что-то. Такие еще бывают. Давай еще сравнивай лошади. Бывают, да, упрямые лошади. Бывают лошади, которые внезапно могут испугаться чего-то, да. Например, они могут испугаться бочки. Они могут испугаться вот дронов, которые летают, да, на нашей арене. Это все непривычно для них. Кстати говоря, у зрителей, у болельщиков была возможность посмотреть, что перед началом Родео абсолютно все участники выходили, прогоняли своих лошадей по кругу, подходили к звуковым элементам, колонкам, для того, чтобы они
и послушали этот звук, и посмотрели на пестрые цвета, которые присутствуют сегодня у нас на арене и на поле. Так что здесь, как казалось бы, да, мелочей-то и нет никаких абсолютно. Но самое главное в любом случае — это оценки. Давайте узнаем их. Итак, оценки первой команде. Первая команда у нас была чемпионы. Именно они дали яркий старт. И мы сейчас попытаемся посмотреть, какие оценки выставляют судьи команде чемпионы. Итак, все внимание на жюри. 5, 5, 5, 5. Все судьи 5 баллов. Браво! Оценки второй команде. Это команда «Ход конем». Вторая команда «Ход конем». 3 вижу. Вижу 4. Дрогнула рука. Посмотрел, да, не поймут, подумал. И поставил все-таки такие баллы этот судья. И ну третья команда. Оценки третьей команды. Команда... Звезды сошлись. Оценки команды «Звезды сошлись». 4, 5, 5, 4. Ну что же, мы зафиксировали оценки и уже потихонечку начинаем считать, да, итоги. Сейчас они на табло. Итак, на мы табло. Сейчас видим оценки именно этого конкурса. Команда «Чемпионы» 5 баллов ровно, команда «Ход конем» 3,75 и команда «Звезды сошлись» 4,5 балла. Ну что же, команда «Чемпионы» пока что лидирует. А у нас есть возможность перед последним конкурсом сводную таблицу посмотреть? Я думаю, мы попросим, да? Чтобы понимать. Вот говорят из режиссерской, что нет такой возможности. Нет, тем интереснее интрига, тем более, что здесь все у нас смышленые ребята. Они уже подсчитали и знают, какая команда лидирует. Правда, друзья? Вы знаете, какая команда лидирует? Ну, тогда давайте все вместе крикнем ее название. Кто лидирует? Да, я говорю, не кто победил, кто лидирует. Кто чемпионы? Команда? Ай, назвались так, точно, понял. Отлично, ну что, давайте-ка тогда приступать, наверное, к последнему испытанию. Да, это отбивка бычков от стада. Очень интересное состязание. Как вы все знаете, бычки — это стадные животные, и в целях своей безопасности они стараются держаться в группах, либо в гуртах, как это называется. И, в общем-то, если мы увидели, что пару бычков заболели, операторам необходимо отбить их от стада. И сделать это очень тяжело, потому что, опять-таки, в целях безопасности животные хотят оставаться со своими. Честно скажу, вчера у нас была возможность посмотреть, как тренировались команды, но это удивительно. Просто звучит цифра, сейчас мы видим, что на каждый бычок пронумерован. Звучит цифра, какого бычка нужно отбить или двух бычков отбить из этого стада. Они это слышат и настолько быстро и профессионально справляются с этим заданием. В любом случае, сейчас все покажет это испытание, а мы расставим все точки над нашим «ё», потому что это последний конкурс. И сейчас буквально мы в шаге от того момента, когда узнаем, кто же будет чемпионом русского «Родео 2022». Итак, перед этим состязанием мы просим вывести группу бычков на арену. А также просим всех зрителей быть внимательными и осторожными, потому что бычки как раз сейчас будут ютиться к заборам, и вам нужно отойти от барьеров. Первая команда — это «Ход конем». «Ход конем» — мы ожидаем команду на этой арене. И ожидаем группу бычков. Для начала команде необходимо будет собрать группу бычков в каком-то одном углу нашей арены. И затем мы назовем две цифры. Это порядковые номера бычков. Они нарисованы у них, да, на теле сбоку. А называть мы с тобой будем? Мы можем попробовать обратиться к нашим зрителям. Я вот тоже подумал, что мы сейчас, когда бычки уже появятся непосредственно на поле, мы будем слушать вас, тех, кто поближе находится. Поднимайте цифры, пальцы, и вы, собственно говоря, кого мы увидим, кто будет громче всех, у того мы и возьмем цифру бычка, которого нужно заарканить. Вот они, красавцы, появляются на нашем русском поле. Сколько общее количество бычков, ты знаешь?
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 13, 14, 15, 16, 17. Вроде 18. Но это не точно. 17 бычков. Вот, как я сказал, сбоку есть порядковые номера. Они нанесены мелком. Мелком. Ну что, дорогие зрители, каких два будем вылавливать? 9, 12 и 10, они сказали. 12 и 10. Да, так двузначные цифры. Ну что ж, команда, ваши цифры 12 и 10. Поехали! А для того, чтобы отбить бычков от стада, двум из участников необходимо удержать группу в каком-то из углов арены. Но вы видите, что сейчас им не получилось это сделать. Бычки разбежались просто по арене. Так, я сам... А вот 10 номер, по-моему, я вижу. Но мы не можем говорить, где он находится, потому что... И 12 номер... Нет, 12 номер вижу я. А 10 пока непонятно где. А, скажи, Алексей, пожалуйста, сколько времени у нас? Есть ли какой-то тайминг ограничения для этого испытания? Да, на это испытание у нас дается 5 минут. 5 минут, оно посложнее. Знаешь, за что я люблю этих бычков? Вот они бегут, за ними гонятся, они только останавливаются и начинают жадно есть траву. Вообще плевать, что было за секунду до этого. Я хочу есть. Это у нас с ним схожее, природное, стихийное. Ну вот вы видите, здесь очень важна еще командная работа. Участникам нужно договориться, кто сторожит бычков, да, кто должен догнать отбившихся от стада. Один бычок, кстати, пошел пока на фотосессию. Да, он такой, я невидимка, я в стороне. Вот, мимо сцены решил пробежать. Привет, друг. Ух, какой ты, это 5-й номер. Блин, какой он здоровый, а. Пятерочка. Он решил все-таки вернуться к своим. Со итак, своими поспокойнее. Собственно, да, сейчас бычки все собраны в группу. И мы напоминаем номера. 12 и 10 назвали наши зрители, 12 и 10, и время уже 1 минута 53 секунды потрачено. Итак, номер 12 и номер 10 нужно сейчас выудить из общего стада. Видите, о чем я, собственно, говорил? Сделать это очень непросто. Группа бычков защищают друг друга, они как раз-таки 10 и 12 номер прямо в центре находятся. Я 10-й вообще не видел до сих пор. Я видел 12-й точно, вот наверняка. А вот 10-ка-то там есть вообще? Кто рисовал быкам номера? Идите, отправьте нам этого художника. Скажите, сколько там номеров? Мне кажется, участь... Так, все, опять ситуация. Как он проконтролил? Назад! Ситуация, да. Назад, говорит он своим быкам. Смотри, как стильно смотрятся наши ковбои. Они тоже все в черном сегодня. У них такой интересный дресс-код. Смотри, какой беглец. Ай, хитер. Вот его минута славы, быковая. Да, кстати, вот, знаешь, ковбои еще часто называют это еще состязание как футбол. Футбол, потому что тебе приходится, да, как мячик гонять по полю. Слушай, они их просто как будто бы... Это 10-й номер? Итак, да, это 10-й. Да, 10-й. 10-й? 10-го отбили. Итак, отлично. 10-го отбили, молодцы. Остался 12-й. Участники пытаются найти его. Один говорит другому, иди-ка пошуруди в этом стаде. Посмотри, где 12-й. Прости, что говорит? Иди пошуруди в этом стаде. Пошуруди, я бы сказал. Интересная интерпретация. Профессиональная лексика, я понимаю просто. Я-то никогда радио не комментировал. А это, оказывается, называется «иди пошуруди в этом стаде». Какая прелесть. Ну что ж, 12-й номер, он вообще существует, да? Двенашка, выходи! Итак, время идет. У нас прошло уже 4 минуты. 4 минуты. И остается 1 минута на то, чтобы найти 12-й номер. Ровно 1 минута, чтобы отбить последнего бычка и отогнать его в этот загон. Итак. Это он. Есть. Да, смотри, гонит. 40 секунд остается.
молодцы! 4 минуты 24 секунды! Молодцы, 4 минуты 24 секунды потребовалось этой команде. Они открывали это состязание. Сейчас Бычков вернут обратно в стадо. В этот... Как это правильно называется? Это... Ну, это загон. 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 И на этой арене мы будем сейчас ждать команду «Звезды сошлись». Они проделают ту же самую операцию. Вначале им нужно будет... отвести группу животных в угол арены, и затем мы опять определим с вами два номера. Итак, впереди у нас очередное испытание. Вторая команда у нас, еще раз напомню, что это будет «Звезды сошлись». Именно им придется сейчас отбить от стада два бычка. Номера этих бычков мы, кстати, ну, наверное, можем только попросить, чтобы нам подсказали, когда уже быки непосредственно появятся на поле, правильно? На самом деле, пока мы ждем даже команду, мы можем уже определить номера. А это не будет ли какая-то фора для второй команды? Потому что для первой мы пока назвали номера именно когда они уже были здесь. Ты думаешь, что это может расценивать как подтасовку ну, какую-то, как-то, да? Ну как-то да, просто понимаешь, они, может быть, по-другому их погонят сюда в другой порядок, в другом порядке, в другой очередности. Слушай, согласен, согласен. В этом есть что-то. Что-то честное. Что-то честное и демократичное. Итак, вот они, красавцы, появляются опять на нашем поле. Команда «Звезды сошлись» ведут свою группу бычков в угол арены. И, кстати, в этом вот и заключается мастерство ковбоя, когда вам необходимо перегнать гурт животных, который доходит до 300 голов. Вам его необходимо перегнать с одного пастбища на другое. Это может быть там 20 километров. И я тебе хочу сказать, что удивительно, но 300 голов, опять-таки, как и сейчас, могут сопровождать всего лишь 3 ковбоя. 3 ковбоя и 300 голов животных. Надо отметить, что когда они их перегоняют, у них нет забора, я так полагаю, потому что там-то поле пошире. На самом деле нет забора, есть лес, в который животные могут забраться, и достать их будет очень тяжело. Ну что, бычки вроде бы здесь. Давайте узнаем номера, которые будем сейчас отбивать. Итак, зрители, кричите громко номера. Ты все понял? Там было 7, громче всех, а здесь? 5, мне кажется. 3, я вижу. 3? 3 показывают, да. 3 и 7. Номера быков 3 и 7. Ну что, 3, 15, поехали! Нет, 3 и 7, поехали. Брат, ты что? 3-й, 7-й номер нам нужно отбить сейчас от общего стада. У них была какая-то тактика, они обязательно ее придерживались. Вот-вот, ну, собственно, кто-то, да, увидел тройку или семерку, и он решает... Так, да, не все просто, все, ребята разбежались, кто куда. Напоминаю, 3-й, 7-й номер должны отбить от стады наши ковбои. Вот 3-й я вижу, кстати, вот он, собственно говоря. И сейчас так, его отобьют. Третий. Но вместе с ним и 12-й побежал, смотри. И на самом деле они, да, оставили весь остальной гурт, да, без присмотра. Но нет, смотри, как браво, они все-таки отсеяли одного и вернули других обратно в стадо. Да, кстати, вот троечка там, но еще троечка не зашел. Все, зашел в загон. И нам нужна семерка. 7-й номер остался. Чуть более 4 минут потребовалось первой команде. Посмотрим, справится ли эта команда чуть быстрее. Минута и 30 секунд. Зрители, кстати, могут подсказать, если они видят 7-й номер.
могут... Кстати, седьмой номер, вот он уже, да? Он уже... Вот седьмой номер. А, седьмой номер, да, да, это да, там да, да. Это там единицу погнали, а вот седьмой как будто бы сам в загон бежит. Как будто бы сам хочет помочь команде, посмотри. Сейчас они его отсеют, да, да они да, загнали они седьмой отсекли, номер. Отсекли. Все, стоп. 2 минуты и 2 секунды потребовалось команде. 2 минуты и 2 секунды. И сейчас команда вернет остальных бычков обратно в загон. Ну а мы будем ждать, когда выйдет третья команда. Напоминаю, что завершает этот конкурс команда «Чемпионы», локальная команда. Я думаю, что за нее будут болеть, переживать, кричать. Ну а мы будем, конечно, у зрителей узнавать, какие номера и каких бычков мы должны отсеять. У нас уже были 10, 12, 3 и 7, поэтому, я думаю, эти цифры называть не стоит. Кто-то уже называет номера, но, как верно подметил Александр, дождемся команду, дождемся бычков и затем определим этих 2 заветных номера. Ну что, команда «Чемпионы»! Помашите нам, и мы ждем вас на этой арене. Калининград, вы готовы встречать своих? Готовы? Готовы? Ай, другое дело. Ну что, команда появляется на поле. Это чемпионы. Посмотрим, смогут ли они оправдать свое название. Чемпионы забирают группу животных из загона и то же самое ведут их в правый угол нашей арены. Так, ну что, животные уже почти что в углу. И нам необходимо определить цифры. Мне кажется, кричат 39-й регион. 39-й регион. Ну что ж, тогда 3-9. 3-9! Поехали! 3-9! 39-й регион! Калининград! Ну что ж, сейчас самое главное – это увидеть того бычка, который необходим, которого необходимо отбить от остальных. 3-9 цифры. Девяточку я вижу, как он пятится назад. Второй попытался сбежать. Ай, бычок! Интересный, конечно, у него характер, а? Так, а вот единичка. Все, и 14-й за ним, все, это побежали называется. Так, вижу я тройку, вижу 9-й. Итак, вот, девятку нашли, но, к сожалению, да, не уберегли всю группу, бычки разбежались. Ну давайте, зрители, подбодрите наших, подбодрите своих. Вон он, 9-й, там уже возле входа ютится, бегает, но обратно возвращается в стадо. Эй, как интересно за этим всем наблюдать. Давай, 9-ка, давай, где ты там? Так, кого-то загнали. Не вижу, до кого это. 3-й или 9-й? Нет, тройка здесь. Вот я как раз вижу троечку. Поэтому загнали 9-ку. А он еще не зашел, смотри. Он там на входе встал и ест сено.
А между вот тем... тройка. Да, вот да, тройка между тем между... уже прошло 2 минуты. Итак, сейчас нужно вот этот третий номер по периметру прогнать. Третий номер вот в серединке, мне кажется, вон он стоит. Да, вон он стоит, третий номер-то. А кого ж там? Там восьмерка получается. Там по краю восьмерку гонят, а третий-то в поле. Да, троечка вот как раз в центре поля находится. Вот девятый до сих пор не зашел, обрати внимание. Да, кстати, вот девятку только что загнали. Девятку загнали. И остается еще троечка. Ребята, троечка в центре. Пытается загнать там наездник, а это восьмой номер, а не третий. И получается, что не того загнал. Это восьмой у тебя там был. Да? Все, ребята, все. Говорят, все, стоп! Стоп, стоп, стоп! Получается, это было 3 минуты и 1 секунда. А вот это что? Это 8 или 3 у нас? Вот на быке. Да, это восьмерка. Это, восьмерка. Вот это восьмерка. Да, да, да. Восьмерка. То есть, ребята, справились, все. Отлично, ну что же, состязания завершены. Еще, еще громче аплодисментов, смотрите. Ковбой перед вами снимает шляпу. Между прочим, так, и теперь мы ждем самого главного. Сейчас мы узнаем оценки и проведем торжественную церемонию награждения. В любом случае, у нас сегодня все в десятке команды. Больше скажу, все попали в призы. Ну что, я предлагаю сейчас жюри, да, проставить оценки за последний конкурс «Отбивка бычка». Пожалуйста, покажите, пожалуйста, жюри. Жюри. И мы попросим жюри сейчас... выставить оценки команде «Ход конем». «Ход конем». Покажите, пожалуйста, жюри на экране. Итак, 4, 4, 4. Все судьи 4 балла. А ваши оценки команде «Звезды» сошлись. 5, 5, 5, 5. Все оценки 5. И последняя команда «Чемпионы». Ваши оценки команде «Калининграда». 4, 4, 4, 4. Все судьи 4 балла. Ну что ж, ждем пока финальный результат и сводную таблицу. На арене появились уже у нас прекрасные, да, участницы, которые держат кубки. У нас 3 номинации. Это бронзовый кубок, серебряный кубок и золотой кубок. Да, у нас сегодня будет бронза, серебро и непосредственно победитель. Обладатель кубка золотого. Ну а сейчас мы ждем, когда судьи непосредственно посчитают все баллы. А вот сейчас появилась таблица последнего конкурса. Команда «Ход конем» 4 балла ровно, команда «Звезды» сошлись 5 баллов ровно и команда «Чемпионы» 4 балла ровно. Уважаемые команды, мы просим вас выехать на эту арену. Сейчас будет церемония награждения.
Ну а мы еще раз встречаем команды, которые сегодня соревновались в русском родео. Это команда «Ход конем», команда «Звезды сошлись» и команда «Чемпионы». Команды приглашаются на поле. Итак, команды немножечко уже расслабились, но сейчас они вновь садятся в седло и уже готовы выехать на эту арену. Уважаемые зрители, сейчас пройдет церемония награждения, и мы узнаем, кто же увезет золотой кубок русского родео 2022. Или не увезет, или не увезет, или этот кубок останется здесь и будет домашним. Ну что ж, еще раз приглашаем команды на поле. Команда «Ход конем», команда «Звезды сошлись» и команда «Чемпионы». Зрители, давайте приветствовать наши команды! Молодцы, они сегодня хорошо поработали, показали, на что они способны, и сейчас получат свои награды. Ты посмотри, как они красивы в этих вечерних лучах калининградского солнца. Какая же все-таки эстетика присуща сегодняшнему русскому родео. Итак, команды выстроились, как всегда, лицом непосредственно к судьям, которые и распределили призовые места сегодня. Ну что, на самом деле интрига, интрига. Команды выступали очень по-разному, да, у кого-то были неудачные моменты, кто-то выступил очень клево. Поэтому у нас сейчас большая интрига. Кто же будет победителем? Ну и мы ждем, когда вот эта финальная таблица результатов появится на нашем экране. Ну что, мы ждем. Сейчас на экране появятся результаты. И мы объявим их. Третье место. Бронзовый кубок получает... Тут барабанная дрожь заиграла абсолютно во всех головах, кто сегодня смотрел родео. Итак, мы ждем, не томите нас, мы ждем эти цифры. Считают, судьи, считают, подводят последние судьи, результаты. Судьи итоги тоже напряжены, но судьи уже точно знают, что, кто победитель. Им все известно, все понятно. Все им понятно, нам ничего не понятно. Ждем, когда у нас уже знамя победителя будет реять над головой чемпионов или победителей, или призеров. Над кем же сегодня будет этот золотой кубок? У нас три команды соревновалось. «Ход конем», «Звезды сошлись» и команда «Чемпионы». Еще раз напомню, что это все действующие сотрудники компании. Компания «Мираторг», которые уже завтра... Нет, послезавтра, в понедельник выйдут на работу и будут отбивать бычков непосредственно на своих полях во время своего рабочего дня. И на самом деле память, да, об этом празднике останется точно до следующего года. Все ребята, которые выступали, да, это лучшие ковбои, лучшие операторы-животноводы. И уже завтра, да, их будут чествовать на своих фермах, на своих подразделениях, потому что они действительно лучшие из лучших. Алексей, как ты думаешь, родео могло бы стать олимпийским видом спорта? Я считаю, несомненно, если у нас сегодня на церемонии присутствуют какие-то представители, да, из Министерства спорта, может быть, я настоятельно рекомендую включить в ближайшую программу. Да, мы будем объявлять потом спортсменов. Мастер спорта по русскому родео, международный мастер спорта, мастер спорта международного класса по русскому родео. КМС. Ну и вот они, результаты.
Я так полагаю, это результаты у нас. Итак, бронзовый кубок. Итак, это результаты за все состязания. Бронзовый кубок получает. Итак, бронзовый кубок достается команде. Ход конем! Итак, бронзовый кубок, команда «Ход конем». Напоминаю, это ребята-новички, которые впервые, да, участвуют в состязании. И они получают почетное третье место, бронзовый кубок. Второе место. Еще раз табличку нам выведите. С результатом 4,5. Второе место. Бронзовые медали. Бронзовый кубок достается команде. Звезды сошлись. Ну и, конечно, наверное, все так и должно было случиться. Как вы все знаете, своя земля помогает. И в этот раз победителями. Ликуй, Калининград! Встречай команду-победительницу! Это команда «Чемпионы»! Молодцы! Это заслуженная победа! И золотой кубок остается на благодатной калининградской земле! Давайте еще раз поаплодируем призерам и чемпионам. Молодцы, команды! Мы приглашаем сейчас вас в зону ожидания. У нас церемония закрытия. Но зрители, команды к нам еще вернутся. Не расходитесь. Сейчас мы объявляем церемонию закрытие русского родео. Итак, команды отправляются обратно к себе в зону ожидания. Ну а на нашем русском поле появляются артисты для того, чтобы мы еще раз погрузились в эту красочную атмосферу прекрасного праздника. В честь Дня русского поля, русское родео здесь, в Калининграде. Вау! И вперед зовут, пьедесталу за собой ведут.
бело-синий-красный флаг сияет вновь в руках. Каждый детский рой, каждый за собой славы яркий след оставляя. Каждый детский рой вновь идет на бой и подрёв трибун побеждая. Каждый здесь герой, каждый за собой славы яркий след оставляя. Каждый здесь герой, но ведет на бой и под рев трибун побеждая. Встречайте команды шоу «Русское радио»! Вот они, команды, которые сегодня сражались за бронзу, серебро и золото! Команда «Чемпионы». С вами было «Русское Родео» и компания «Мираторг». До новых встреч на калининградской земле. Спасибо тебе, дорогой зритель, спасибо тебе, участник, спасибо абсолютно всем. Ну, а все интерактивные зоны «Мираторг» продолжают функционировать, так что, друзья мои, оставайтесь с нами. Это было «Русское Родео»!
уважаемые команды, большое вам спасибо. Зрители вас приветствуют. Все, вы можете отдыхать. Вы крутые, вы молодцы. Спасибо и до новых встреч. Thank you.